Дороги, которая ведет к 5 дачным кооперативам под Читой, не существует. Власти города не могут включить ее в реестр вот уже больше 30 лет. А направление, по которому люди добираются до своих участков, так густо усеяны ямами и буграми, что неделю назад возить по нему людей отказался вот уже третий перевозчик. В пятницу предупреждают, что он больше не будет ездить по этой дороге, будет до трассы ездить. Народ дружненько пошел до трассы. Ну ладно, помоложе. А которые есть бабульки у нас, которые я вообще ходить не могут. 3 километра по пересеченной местности с сумками, полными урожая, выдержит не каждый спортсмен. Не то что 70-летние пенсионеры. А потому количество пассажиров, которые 137-й маршрут ловил у трассы, сразу сократилось в половину. Так что спустя 2 дня автобус перестал ходить к кооперативам «Рассвет», «Кристалл» и остальным вовсе. Идем до Каштака пешком. До Кольца. До Кольца. Вот, а там садимся на маршрутку и доезжаем до дому. Такси в многострадальные кооперативы или не едут совсем, или требуют дополнительной оплаты, которая пенсионерам также не по карману. Поэтому наладить сообщение с 1000 дач можно, только отремонтировав дорогу. К слову, этот вопрос ежегодно поднимается в администрации железнодорожного района на собрании председателей кооперативов. Сказали, денег нет, и этой дороги ремонтировать ее никто не будет своими силами. Своими силами дачники поддерживают дорогу как могут. За работу городского грейдера платят каждый сезон. Однако в этом году он работал всего раз, да и то прошел лишь полдороги. На этой неделе в надежде вернуть автобус люди снова обратились за помощью в администрацию Читы. Мне объяснили, что все грейдеры сейчас задействованы для избирательных участков. То есть люди, которые не могут подойти туда, к избирательным участкам, им делают дорогу. То есть сейчас грейдеров свободных нету. То есть, а мы, получается, мы на выборы не попадаем. Дачники, они те же избиратели. Ну как так можно относиться? Так к дачникам относятся уже много лет. Раньше сюда можно было доехать и другим путем, по мосту через Читинку. Однако его снесло наводнением еще в 80-х годах прошлого века. И сейчас люди боятся, что ждать ремонта дороги им придется столько же, сколько строительство нового моста. В 90-х годах, когда Михалев только заступил на свою, он сказал, что это дело чести, и что мост он нам сделает. Товарищ Михалев Анатолий Дмитриевич. Очень просим, сделайте нам мостик. Алена Ведерникова, Николай Шумков, ЗапТВ.